Всем привет! В данном ролике покажу несколько идей, как из обрезков обычной профтрубы можно сделать разные интересные и полезные инструменты и приспособления, которые не продаются в обычных строительных магазинах, но зато их можно очень легко и быстро сделать самому, не используя каких-то сложных инструментов или оборудования. Всем приятного просмотра, надеюсь, будет интересно. Ну вот, друзья, как видите, приспособа уже готова. Предназначена она для того, чтобы максимально облегчить и упростить работу по переноске разных твердых материалов, типа кирпича, газосиликатных блоков. А благодаря тому, что при ее использовании задействована только одна рука, то при наличии второй такой приспособы можно увеличить КПД сразу аж в 2 раза. Ну, это если, конечно, позволит здоровье. И мы переходим ко второй самоделке, которая на первый взгляд слишком проста и банальна, но заказы на ее изготовление поступали мне уже от нескольких моих знакомых, которые работают со всеми видами строительных и отделочных работ, и всем она очень пригождается и востребована. Итак, как видите, в моем случае эта приспособа помогает быстро и прочно закрепить правило на стене для дальнейшего оштукатуривания, откоса или дверного проема.
а также ее можно использовать при укладке на стенах плитки или еще какого-либо декоративного камня. Извлекается после работы из стены так же легко и просто. И последняя идея будет с использованием всего одного отрезка профтрубы 20 на 30, длиною где-то 15-20 сантиметров, и также несколько железяк, которые найдутся, наверное, в любом гараже или мастерской. Итак, данную приспособу лично я делал для работ с ПВХ-трубами большого диаметра, которые часто бывает простыми усилиями рук нереально смонтировать или наоборот разъединить. Ну а также она отлично подойдет для откручивания разных крышек с резьбовым соединением. Надеюсь, вам понравятся данные идеи и кому-то будут полезны и пригодятся для своих нужд. Всем спасибо за просмотр. Пока!